Именно в здоровом человеке, как правило, живет здоровый дух. И в этом крепком духе наша сила. Его броня надежная и верна. Великая, единая Россия нам всем без исключения нужна. Здравствуй, стадион, где мечты состязаются. Здравствуй, стадион, где рекорды сбываются. Нам с тобой вручен этот мир солнечной радости. Спорт отвагой рожден. Это наш стадион. Чистое небо. Мы выбираем удачу, победу. Как говорят спортсмены, физкульт – привет! Не привет, а парад. Тем более, я рада объявить физкульт – парад. Добрый день, дорогие школьники, родители. Вместе с вами участвовать в открытии вот этой замечательной школьной спортивной площадки. Знаю, с каким нетерпением вы ждали этого события. Могу предположить, насколько будет востребован этот спортивный комплекс. И я искренне благодарен проектировщикам, строителям, тем, кто вложил и свои умения, знания, и свою душу строительства этого стадиона. И, конечно, благодарю власти трех уровней, и федеральные, и региональные, и муниципальные, которые финансировали строительство этого замечательного объекта. Любая школа может считаться такой современной, передовой и успешной, если там дается не только необходимый набор школьных предметов, но и та школа, которая учит школьников мыслить творчески, самостоятельно, учит вести здоровый образ жизни, закаляет характер. Ну, а здоровый образ жизни усваивается прежде всего через занятия физической культурой и спортом. У вас теперь есть все для этого возможности, и я очень хочу надеяться, что вот эта спортивная площадка будет в буквальном смысле кипеть с утра до позднего вечера. И надеюсь, что ею будет пользоваться ну, не только школьники, но а выходные дни и люди совершенно разных возрастов. Я вспоминаю свои школьные и студенческие годы, которые я провел на ленинградской земле. Вспоминаю, с каким стремлением мое поколение молодежи, школьников занималась спортом,
Мы играли во все спортивные игры, которые только были. И мы сами заливали хоккейные площадки на кусочках школьного двора. В качестве штанг футбольного поля использовали там кирпичи, школьные портфели и все, что было. Ну, а учились плавать в самых любых местах, в озерах, в реках и даже в пожарных водоемах. Мы стремились быть сильными, закаленными и целеустремленными. Я хочу пожелать вам больших успехов, будьте здоровыми, ведите здоровый образ жизни, ну и, конечно, овладевайте знаниями. Поздравляю от всей души вас с праздником, с спортивным праздником. Разрешите мне передать слова приветствия от лица губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко. Сегодня мы видим результаты программы, которая реализуется под его управлением. Это программа капитальных ремонтов спортивных площадок. Это сегодня вот площадка пришкольная, на которой вы можете проводить свои физкультурные занятия. Для кого-то она станет, возможно, первым шагом к общению к спорту, для кого-то она станет продолжением спортивных занятий. Но по-любому не оставит, я полагаю, никого равнодушным. Спасибо. Начинаем с новым современным стадионом. Огромное спасибо! Здоровье и смех по пути. Главное в спорте – здорово к победе прийти. На горизонте загорелся рассвет, чисто белый, небесно-синий, ярко красный цвет. Не жалея лучших красок, я не верю, делаем сны, мы пишем вечную историю нашей страны. И сильный будь, и будь смелей. Пройти сумеем сто путей, но среди них наш путь один. Всегда вперед мы победим. Мы раскрываем крылья, мы обретаем силы.
дождя и стужи. А чтобы сбылись все наши мечты, давайте запустим в небо шары!